Тонкости барочной музыки, тонкости произношения немецкого языка. Солисты одного из самых престижных оперных театров Европы ищут таланты среди студентов. На уроках побывала Ольга Сумкина. Уроки у студентов Института искусств сегодня проходят на немецком и английском. Педагоги – гости из Штутгарта. Солисты одного из самых знаменитых оперных театров Европы делятся секретами мастерства. Моя цель – в первую очередь подбодрить молодых людей и дать немножечко подробностей, понимание специфики исполнения. Все это позволит им потом стать настоящими профессиональными певцами. Первое знакомство с солистами Штутгартской оперы состоялось еще в 2005 году. Во Владивосток приехали Катриона Смит, Хелена Шнайдерман и дирижер Серджио Морабита. Тогда немцы просто поразили филигранным мастерством исполнения и европейским классом. Они дали первый концерт, провели мастер-классы, а после начали готовить первый совместный проект – оперу «Волшебная флейта». Тогда это был настоящий прорыв. Для многих проект не только открыл магию моцартовской оперы, но и понимание того, как на одной сцене могут вместе работать и суперпрофессионалы, солисты Европейского театра, и студенты с Дальнего Востока – русские и немцы. Потом был «Фигаро», а после «Дон Жуан». Дирижер Робин Энгелен до сих пор помнит все детали этой непростой, но очень плодотворной работы. У меня до сих пор живы эти яркие воспоминания о наших первых совместных проектах. Мне нравится обращаться в памяти к тем дням. Теперь даже трудно представить, что во Владивостоке когда-то не было оперных спектаклей. Это началось в 2005-м. И мы гордимся тем, что заложили эту традицию и начали это непростое дело. Сегодня немцы не просто занимаются с нашими студентами, объясняют специфику исполнения барочной музыки, тонкости произношения немецких текстов. В результате будет новый совместный проект – концерт 19 октября. Он пройдет в Дальневосточном институте искусств. Ольга Сумкина, Анатолий Барышников, «Панорама».